И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. С вами снова я. Да-да, не удивляйтесь, все тот же еще не первый, но и не последний московский видеоблогер, а также социальный авторитет Серега Резников, автор данного канала «Московский обжора». Ребятушки, сегодня 26 августа 2019 год. Сегодня выдался очень хороший, теплый, солнечный день. Днем где-то плюс 20, это в тени, а так на солнце, конечно, больше. Но правда такой сегодня сильный очень ветерок. В лесу очень много лесных вшей. А вообще они называются по-научному оленья кровососка. Просто от них нету покоя. Вот. А так, конечно, комары это само собой. Я нахожусь в лесу, в Тверской области. Да-да, не удивляйтесь, на тихой охоте. А что это значит? На грибной охоте. Вот, ребятушки, посмотрите, что же я сегодня нашел. Вы только посмотрите. Это вот моя первая добыча. Я нашел гриб вот такой вот. С виду он хороший, на первый взгляд. Это только. Называется подосиновик. Его еще называют красноголовик. Но в разных местностях называют по-разному. В каждой местности вот свое название. А вообще это подосиновик. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Вот для этого нужно взять ножик. Вот такой вот хороший ножик. Так, нужно его открыть. Вот, я его уже открыл. Так, ребятушки, давайте посмотрим. А можно так его просто выдернуть. Ну, как всегда, вы видите, да, под шляпкой губка всегда в точках. А это, вы спросите, что же это за точки? А я вам сейчас объясню. Это вот эти точки делает муха. В лесу есть мухи всякие. Вот они делают эти отверстия в этой губке. А потом туда откладывают яйца. А после чего из этих яиц вылупляются всякие личинки-паразиты, и они уничтожают гриб. Также эти грибы едят не только черви, а такие маленькие, беленькие, а еще этот проволочник. Ну вот, ребятушки, давайте посмотрим. Мне неудобно одной рукой это делать. Вот я разрезал. Как ни странно, ножка чистая, хорошая. Вы видите, да? Ну вот, в принципе, вот такой гриб. Ну а губку, конечно, можно просто-напросто дома как бы срезать и выкинуть. Там, может быть, будет сама шляпка нормальная. Сейчас я этого делать не буду, потому что я снимаю видео одной рукой, мне неудобно. Вот такой вот я нашел сегодня подосиновичек. Это вот первый пока грибочек. Ну все, ребята, всем пока. Не забывайте ходить в лес за грибами. Пока. Я вас всех люблю. Не забывайте подписываться на мой канал. На канал «Московский обжора». Спасибо за просмотр. Посмотрите, какая хорошая, ребята, погода. Просто супер. Просто лепота.